Здравствуйте! Всем привет! Всем добрый день! В общем, салют! В этом видео я расскажу о своем опыте сотрудничества с кооперативом Копи-Купи. Я бы даже сказал, с потребительским кооперативом совместных накоплений Копи-Купи. Краткое содержание предыдущих серий. Познакомился с кооперативом 2 года назад. Вначале стал копить на автомобиль, но открыл сразу 2 программы. На автомобиль и на недвижимость. Но на недвижимость эту цель пока отложил, копил на автомобиль. И буквально через полгода, ну чуть побольше, займ был одобрен на автомобиль, я приобрел автомобиль. И сейчас езжу на своем автомобиле, плачу по графику четко, без задолженностей. В общем, перед вами пайщики, я чист. Как я уже сказал, что сразу же открыл на недвижку программу, но начал копить уже, наверное, ближе к моменту, когда автомобиль был выдан. Помогли, кстати, мне родители. Выражаю огромную благодарность. Валерий Иванович, Елена Аркадьевна, спасибо вам большое. Жду на новоселье. Ну что, вот и пришел я к этой цели. В марте пришла моя очередность. Я ей воспользовался. И займ был одобрен, документы все подготовили. Кстати, лучше делать это заранее. Я вот, допустим, не знал, что жена тоже должна быть пайщиком. То есть мы стали это все оформлять быстро. Ну, в принципе, это не так сложно. Вот. Так, по расходам. Квартиру мы купили за 1 285 000. 360 тысяч накопления наши, 77 700 это оплата членского взноса, 12 с копейками оплата нотариуса, услуг нотариуса, вот, ну и там, ну реально это уже копейки, там 4-5 тысяч кооператив. Тиву мы перевели, но в итоге он сейчас вернет, потому что я записываю отзыв. И буквально сегодня-завтра я сделаю ипотечное страхование. Вот, так что все свои обязательства выполняю. Я забыл, я не представился вроде бы, да? Ну вообще, я считаю себя душой, которая не рождается, не умирает, является частицей Бога. Вот, но в данном воплощении меня зовут Сергей Радыгин. И я проживаю в городе Киров, Вятка, Хлынов. Ну, наверняка кто-то слышал одно из этих названий. Вот. Ну, вроде бы в целом и все. По цифрам не особо я люблю цифры, не особо люблю формальные какие-то телевещания, поэтому уж извините, в неформальной обстановке, в моей руке гитара. Хотел обратиться ко всем пайщикам. А давайте мы все применим кооперацию и скинемся на гимн кооперативу. А почему у нас нет гимна? Или он есть и скрывается? Вот. Сейчас исполню композишн. Написал 1.5 часа назад. Вот. А музыкальная пауза. Людей объединяет. Копи-купи, ты цели своей иди. Мечтай, живи, и пусть друзья все знают. Мы с верой в сердце, мы плечом к плечу. Друзья, идите к своей цели. Верьте в нее, и все обязательно получится. Пока!